с Ланой познакомились на сайте знакомств. Вот. После этого мы сразу же, как-то так получилось, мы сошлись очень близко в общем понимании мира. Да? Вот. Она любила путешествовать, я тоже тогда очень этим проникся. И мы сразу уехали в Таиланд. Вот. Первая наша была поездка. И после этого у нас появился Рэм, первый сын. И вот дальше вот были вот эти все метаморфозы. У нас были какие-то свои взгляды, что мы хотели путешествовать. Так сложилось, что у нас мы ждали второго ребенка. И когда я предложил, Лана говорит, ну давай попробуем. И мы начали искать возможности родов именно там. Мы нашли это на Бали. Многие боятся соцсетей, да, и вот с многими разговариваю. Там первоначально ты можешь пообщаться письменно в переписке и как-то почувствовать интересы общие. А потом выходишь на встречу. И при первой же встрече вот, ну, я вот понял, что вот это оно. И я когда пришел со встречи, я подумал, а стоит ли дальше что-то искать? И я решил, что искать просто дальше ничего не стоит. Главный и основной принцип – это тотальное доверие и тотальная честность. Но отсюда уже настройки там выстраивается все остальное. Все наши увлечения, все наши какие-то странные, эти неформальные такие взгляды на жизнь и так далее. Это все наслаивается уже вот на это. Ну и несколько слов о своей жизни. Какая она жена, какая она мама? Ну вы знаете, она, я не знаю, она как основа, как земля, как, я не знаю, то есть вот я даже не задумываюсь, да. Она, во-первых, у меня красавица, ну, я думаю, это видно, вот. Она у меня очень мудрая, она в отношениях очень глубокая. Ну, мы всегда находим взаимное понимание, у меня даже, ну, никаких, вот так как у нас все было изначально построено на доверии, на честности, ну, вот, знаете, бывает там налево или еще что-то, даже в мыслях никогда не было, да? Вот в этой семье вообще в мыслях никогда ничего такого не было. Можете сказать, что вы счастливы? В семье, да.